сегодня такой автомобиль для любителей Opel. Автомобильчик неплохой, городской. Сейчас посмотрим, какой красивый цвет баклажан. Сейчас обойдем его, вот если вы верите в числа, думаю, этот автомобиль будет либо ваш, либо не ваш. Но сейчас не об этом, обойдем его, посмотрим по кузову. Сейчас посмотрим по капоту, по кузову. Пишут, автомобиль не крашен, без подкраса. Вот цена, 2014 год, 33 тысячи пробега. Сейчас мы посмотрим, дадим оценку пробегу и автомобилю. Так, вот стоит резина у нас Мишелин. Не знаю, какая резина стоит с салона. Может, кто-то покупал, то скажет. Если стоит салона Мишелин, то будем верить, что пробег это его. Так, смотрим. Покрытие лакокрасочное. Вроде неплохо все. С этой стороны посмотрим. Вроде все. Все как бы хорошо. Начнем сзаду. Вот еще так. По пластику. Сейчас немножко солнце. Хорошее состояние, нигде нету потертостей. У меня вот в автомобиле 50 пробег, то уже потертостей хватает. Вот такая вот комплектация сидения. Вроде без химчистки, все чисто. Откроем сейчас переднюю дверь, сядем, посмотрим. Сиденье с лифтом, может, кому-то надо поднять, опустить. Вот кнопки, все вроде не все стандартно, видите. Это более подробно, но нужно смотреть, когда уже покупаете, по всем швам. Вот такие вот настройки идут, мультируль. Вот видите, такой вот. Панель. Вот походу стоит газ уже. Забыл, что стоит газ, сразу поставили. Также вот руль, неплохое состояние такое, Opel, есть airbag. Вот автомобиль для любителей Opel, я что-то им не очень люблю Opel. Вот такой панель, 33484, ну 2014 года автомобиль, так что думаю, особо тут придираться не к чему, надо все ехать смотреть. Подключать к компьютеру. Все оно еще, вот видите, даже в каком месяце изготовлено. 14-й год, есть 14-й год. Так что, если вам интересен такой автомобиль, то вы созваниваетесь напрямую. Вот ВИН-код. Звоните, вам все расскажут, покажут, откуда приехала, почему продают. Вот есть потертость небольшая на бампере. Вот немножко цвет выдает. В общем, неплохой автомобиль. Думаю, будет интересно, так что звоните, покупайте. Если интересно, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, показывайте друзьям обзоры автомобилей. Будете всегда в курсе цен на разные автомобили. Может, где-то подскажу, где что смотреть.
Так что такие вот дела. До новых встреч.